Доброго времени суток, уважаемые зрители. Мы продолжаем кооперативное прохождение чистого ванильного Майнкрафта. С вами я, Костя, Димон. Всем привет. И Антоха. Всем здорово. Да. Да, там телек еще за Антоха поздоровался. Факелы есть у кого-то? У меня 4. А где Антоха? Да у меня вообще их нет. Сейчас тогда я переплавлю уголь. Да нет, тут... Дерево. Дерево, да, можно. Карту я пока уберу. Сейчас сделаем. Кому надо паучий глаз? Мне, у меня паучьи глаза. Давай, на. По-моему, Антоха его подобрал. Я здесь сделаю ступеньки сейчас. Макарёк, там огромное ущелье. Надо его обследовать, можно кое-что найти. Так, ну тогда ставьте печку. Ну так я занимаюсь этим делом. Вот здесь вот. Нет, все уже поздно. А где ты? Там, по-моему, дождь сверху, что ли? Так. Офигеть, ущелье. Да. Пусть тогда будет две печки. Потому что у меня тоже есть что жарить. А, нет, у меня нет что жарить. Разделите там, поставьте... Что там в этой печке? Дерево. Поставьте железо в другую печку. Димон. Какое железо? У меня нет железа, я отдал железо. Антоха, поставь железо в другую печку. Антоха. Это все, что у нас есть? Гораздо больше добывали. Кому факелы? Мне. Так, 14 штук где-то. А, внизу где-то, да? Угу. Ой, чуть не бахнулся. Оп. Давай. Оп. Я тут 5 кусков железа добыл, сейчас их закину. Стой, стой, вот еще. Это уже лучше, чем ничего. Оп. Тут надо не свалиться вниз. Тут же гравий. Ну, у нас нет лопаты на удачу зачарованной, так что... Ну, можете всковырнуть. Кусок угля вниз. А вот там нужны лопаты и все такое. Давайте, заказывайте инструменты, пока я тут. Сейчас я закину это железо в печь. Инструменты, так, фиг его знает, вроде не надо. Ну, сокровищницы тут нету, так что можно, в принципе, идти обратно. А, ну лопату можешь каменную мне сделать. Хотя есть у меня каменная лопата. Кирку каменную мне сделай. Угу. Опа-на. Звуки. Ну, есть кирка. Так, ну вроде бы... Ага, возьми доски. Можешь сделать из них там
Чувствую, что сверху сейчас кто-то на нас упадет. Может, кстати. И что там? Кому надо? Шлем нужен кому-то? Тут ровно на шлем хватает. Нет. Не нужен? Мне нет. Тогда я его одену. У меня хоть что-то есть. А, хотя ему один удар, ему трындец. Ну ладно. Ну, бери тогда, одевай этот, а тот мне отдай. Да. Ты будешь модным. Да, ему кранты скоро. Ну, тут в эту пещеру углубляться не стоит. Возвращаемся тогда обратно. Хотя там золото я вижу. Да, где? Антоха тут такую лестницу огромную делает. Опа, Антоха, аккуратно, там скелет где-то шарудит. Он тебя может скинуть выстрелом вниз. Да, золото. Да ну его в баню. Мы сейчас здесь согнемся. Нет. Человечество должно. Да, давайте его обойдем. Хотя, ну тогда вы прикрываете, а я буду сейчас мод сделать. Чем прикрывать? У нас луков нет. Да, надо. У меня есть. Тогда вы делаете мост. Сейчас я булыжник вам сброшу. А я с лука смотрю. Странно, интересно, почему, видите ли, у тебя лук есть, а у нас нет? Потому что он на силу 4. Ну, конечно. На силу 4. Можешь тоже зачаровать. Да-да. Хотя будет разрешение на ношение лука. Так, тут какая-то пещера. Железо здесь еще, уголь здесь еще. Еще одно ущелье, в котором куча лавы. Ох ты ее. Железо можете в скалу повать, а уголь... Тут меня обложили демоны. Где ты там их нашел уже? Ох ты, сколько вас тут. Смотри, там не загнись. На! Я так просто не сдам. Я одного скинул. На, и второй получил. На. Я всех вас скину. На. Я всех их скинул. У меня железной кирки нету, золото добывать. Вот тут железо. Дырка, вот тут. Та, у тебя железное есть? Да. Добывай его. Сейчас надо площадку сделать. Алмазную не хочу тратить. Ого, сколько там зомбарей. Блин, опять мне на скайп звонят, забыл на кирпич поставить. Опа, Антоха, ты это, уголь не добывай. Поздно. Я ж предупреждал. Все блоки, с которых кусочки выпадают, только киркой с удачей. А железо можете. Все металлические блоки. Ну а это что такое, патриот? Все за мной. Тут внизу еще есть. Все за мной, срочно. Железо. Сейчас. Где Антон? Антон там гравий колупает. Направо. Тут, ты кстати... где? Где ты делся? О, Антон, за мной, в атаку. Ура! 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 Вот это он полетел. Крипер, ура, что ли? Ура! Мы добудем победу. Ура! Ура!
там железо сверху вы пропустили. Да плевать, надо разведать территорию. Аккуратно. Сейчас можем упасть. Аккуратно. Кстати, крипер там сверху может свалиться. Ура. Так что тоже надо это учитывать. Ура! А не сюда, а сюда. Ура! Грибочки собирайте, Антоха, что ты на грибочки не собираешь? Я вот так убил. Правильно. Ох, тут, блядь, так хреново. Как не смыло еще. Оп, где это? Ох, лава. Сейчас что-то похимичим. Оп. Оп. Ого, тут залежи неплохие. Оп. Далее. Офигеть, угля сыпется, конечно, с этой кирки очень много. Так, оп, оп. Там криперы внизу стоят. А вы где? Мы далеко. Мы далеко. Мы далеко. Прошли. Опасность, мое второе имя. Тендермен. Где? Где? Нет, нет. Ну тут аккуратно надо быть, потому что он может скинуть. Где Тендермен? Хрюкает за стеной. Не иди туда, иди ко мне. Я сделал уже мост свободы. В самый низ спуститься. Ого, там сколько угля. Да, он пошел. Надо за ним. Ух ты, ёк. Вот эту лаву надо отсюда убрать. А что у тебя за лопата такая матерая? Он Тохи? Да. Опа, там крипер наверху стоит. Прямо над нами. Сейчас я его. У меня уже 16 кремний. Сейчас да. Я с лука его достану. Давай я тебе помогу. Вон, забирай. Не понял, куда крипер делся. Он ушел куда-то. Он, наверное, к вам пошел. Блин, опасно. Опа, скелет там. А спрыгивать не хочет, гад. Жить еще бы. Здесь надо сделать. Ой, извиняюсь. Спуск. Куча зомбарей внизу. А что это летят? Ого! Что это за водопад? В лаву. Кто-то тут очень злобно рычит.
Кто там скидывает? Димон, что ты делаешь? Это что, я? Антох, правильно делает. Тут дерьмо надо уничтожить. Делаешь? Это дерьмо надо уничтожить. Ничего не надо. А нафига нам нужно? А что ты скидываешь? Играй. Я сейчас лопату свою скину туда. А то она... Дай мне лучше ее. Алмазный меч может туда скинуть свою. Странный что кусочек угля не забирается. Где ты, гад, шипишь? Тю. А, у меня уже места нет. Двадцать три кремния. Ну, неплохо. Я там наверху уголь видел, сейчас я его сковырну. Только там, блин, может свалиться сюрприз сверху. Димон, вон он прям за потоком лавы стоит. Я вижу, он сыт. Там потому что лава его зажала. Ух ты. Угля у меня уже 64, 64 и 24. Опа, что за дикое клацанье. Зеленый. Что? Аккуратно там с лавой. Он... Блин, там надо сверху поток этот закрыть. Ничего себе, сколько тут их. Нифига себе, легион, ты весь фильм стрел, вон. Пять факелов мало. Тут еще какой-то проход. Слизни прыгают где-то. Тут практически уже дно самое. Мы на днище. Ну чего, Волгалы? Факелы нужны. Антоха, а чё ты там стоишь в уголке? А? Тут мне в танке пишут. Знакомый. Блин, пока мы тут зашли. У кого факелы есть? Нет. Ничего себе тут потоки. Ого, там золото прямо под тем проходом. Видимо, проходили. Алмазы я вижу. Вот это круто. Только они
в самом низу. Там лаву придется убрать. Или водяные потоки. Ого! Там огромный такой водяной поток. Нам факелы нужны. Кстати, у нас время серии подошло к концу, поэтому я возвращаюсь обратно. И мы эту серию закончим. Опа. Сверху перекрыли лавовый поток? Да. Да. Но это не тот, под которым алмазы. Итак, эту серию мы завершаем. Всем спасибо, что смотрите нас. И до встречи в следующей серии. Всем пока. Пока-пока.